Из федерального центра уже в этом году поступят средства на возведение Фрунзенского моста и продолжение строительства метро в Самаре. Глава региона встретился с министром финансов страны. Речь шла об исполнении поручений президента и премьер-министра. Напомню, часть из них были даны во время визита в Самару первых лиц государства в июле 2014 и феврале 2015 соответственно. В основном разговор касался вопросов инфраструктуры. Было принято решение уже в этом году начать строительство Фрунзенского моста. Затраты 50 на 50. Завершить работы планируют в течение 4 лет. Первый транш 500 миллионов придет уже в этом году. Столько же из федерального бюджета выделят и на завершение работ на станции метро Алабинской и открытие на этом участке улицы Новосадовой. Общий объем средств составит порядка 3,5 миллиардов рублей. Сумму, как и в случае с Фрунзенским мостом, области госказна поделят пополам. То, что сегодня, о чем мы договорились, исключительно важно, и более того, принято решение. Министерство финансов взял на себя обязательство участвовать в этих проектах. То есть первый шаг сделан, и они дали нам добро уже в апреле месяце внести изменения в бюджет Самарской области. Конечно, можно понять министра, он очень просил Николаевич, давайте подождем лето, мы не знаем еще как куда кривая будет выводить. Но все равно сегодня вот первый шаг был сделан, и 1 миллиард рублей будет обязательно в этом году уже профинансировано Минфином на вот эти два объекта.